Форум 2021, магазины. Владимир, скажите, пожалуйста, как на вас повлиял 2020 год и что вы планируете в 2021? Ну, вы знаете, что 2020 год, конечно, был очень сложный. Пандемия внесла свои коррективы. Ну, как-то выжили, да. Но с трудом, я так понимаю, да? Да. Скажите, а продуктовая корзина как-то поменялась? Люди стали другие немного продукты покупать, нежели вот до пандемии? Да, люди сейчас, конечно, больше смотрят на цены в большей степени. Все остальное их особо не интересует. Сами понимаете, что покупательская способность очень сильно уменьшилась, поэтому приходится как-то что-то меньше на оценку делать и выискивать ассортимент, который более доступный будет для населения. А скажите, что изменилось? Просто многие говорят, что кто-то вел горячую выпечку, да, кто-то кулинарию. Вот у вас какие-то изменения произошли на сегодняшний день? Ну, горячую выпечку мы, конечно, не вносили, хотя вот мы поставили кофемашину, то есть как бы народ нравится ему употреблять вкусный, хороший кофе. Ну, говорю, получается, практически просто выискиваем товары, которые более-менее недорогие будут для покупателей. Спасибо вам огромное, Владимир. Друзья, не переключайтесь, скоро новые спикеры. Спасибо.